Испанскому флагу играют гости. В синей форме играет Атлетико Мадрид. Но, как вы знаете, много общего в клубной расцветке. Пожалуй, без сюрпризов. Да, пожалуй, с учетом того, что не может играть сегодня один из основных игроков, являет судейский комитет УЕФА. А теперь состав Костю Барселоны. Да, состав Барселоны, но состав Атлетико ты пока, к сожалению, не назвал. К нему, наверное, вернешься чуть позже. Состав Барселоны здесь все без случая выхода Барселоны в полуфинал. Первый матч они вынуждены будут пропустить. Бамос, поехали! Испанская ответная четвертьфинальная игра началась. Напряжение, естественно, никто не снимал. И Барселона, в общем-то, в чемпионате пошла с потерей. Хуанфран, прострел, и Габи! Здесь болельщики даже не 12-й игрок, а, наверное, этих игроков 13, включая еще и Гласса. Филипп Луис, подача, Гризман! И смачный момент. Гризман наносит второй удар свой, да? Посмотри, он один, да, а у Пике уже не первый раз, это уже не совпадение, это тенденция. И ни в коем случае не случайно. Сауль, подача, Гризман! 1-0! Антуан Гризман, третий удар его в этом матче, третий в створ, и счет открыт. И какая же передача, а как же... Стадиона, Сауль, передача отличная, офсайда никакого не было. Абсолютно один находится Гризман, своевременно выпрыгивает ее таким острым кивком. Кинжально мяч отправляет в верхний угол. И здесь, конечно, Терштегин, несмотря на свою великолепную немецкую реакцию, не пешком играть и отдавать передачу разве что назад. Вот Месси ушел здесь от одного. И здесь успел протолкнуть мяч на Иньесту. Неймар против него, Хуанфран параллельно бежал. Хорош. К этому удару готов. Смотри, какой дуге. Да, Неймар мяч. Такое ощущение, что Облак до последнего не успел. Годин, главная фигура, подача, но здесь есть Пике. Выигрывает Аугусто Фернандес, опасно, куда летит мяч? О новом контракте с Барселоной, давайте смотреть, как Аугусто Фернандес возвращает мяч в штрафную. Удар поворотом, да, Терштегин уже здесь ничего не мог сделать. Но на его счастье мяч в перекладину стукнулся. Везет здесь. Через Неймара, Неймар. Нет. Не получается. И контратака здорово. Сауль. Какой момент может сейчас быть у хозяев. Гризман срезает угол. Вот штрафной удар. Ближе полуфинал. Дани Алвес здорово ушел. На противоходе передача поперечная. Прямо в штрафной. Альба. Удар. И сейчас мы видим, как стараются выше игроки Атлетико Барселоны встречать. Иньеста. Иньеста сам пошел. Иньеста. Что играть? Антуан Гризман на 36-й минуте, автор единственного забитого мяча. Хороший Иньеста в отборе. Продавливает. Тил к мячу Суарес Година. И посмотри, вот так вот его еще и оттер, и успел с носка пробить точно в руки Яну Облаку. Прекрасный момент для Суареса. Наконец-то уже из штрафной пошли удары. Переспас, они еще выходят из штрафной. Это не нужно делать. Атлетико Мадрид 2-2 по сумме. Да, офсайда здесь не было. Неймар, скорее, себе, наверное, пытался этот мяч остановить. Но рядом оказался Суарес. Пробился разворотом. Моментально тоже среагировал.